В бывшей школе номер 17, которую присоединили к 18-й гимназии, началась масштабная реконструкция. Она проводится в рамках губернаторской программы «Капитальный ремонт». На какой стадии работы и когда они будут закончены, узнали мои коллеги. К реконструкции школы приступили в конце декабря прошлого года. На объекте трудится около 30 человек. На данном этапе заканчивают демонтажные работы, после чего приступят к усилению фундамента, потолков и стен. Сегодня уже приступили к разработке траншей под фундаменты, которые будут усиливаться в ближайший месяц и снаружи, и снутри. Затем будут усиливаться все оконные и дверные проемы. Затем будут меняться перекрытия с деревянных на монолитные. Первый этаж, второй этаж и третий этаж. Реставрация будет произведена не только внутри, но и снаружи здания. По окончании отделочных работ в выборе дизайна примут участие и учителя. Впереди еще много работы, но ремонт проходит под наблюдением власти стройнадзора. Абсолютно все будет демонтировано. Это кровля, самое главное – перекрытие. Перекрытие в этой школе деревянное. Школа была построена в 1939 году и, конечно, давно ждала такого серьезного обновления. Учебное заведение будет снабжено новым и современным оборудованием. Также проектом предусмотрено и благоустройство территории вокруг здания. Школу планируют открыть уже к 1 сентября. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.